Бельский рынок является единственным в Молдове, на котором установили современные холодильные прилавки. В пятницу 9 декабря состоялось торжественное открытие модернизированного мясного отдела. Раньше реализаторы продавали продукцию на каменных прилавках еще советских лет. Модернизация стала возможной благодаря существенному увеличению доходов муниципального предприятия объединения рынков. С приходом Рената Усатова в рыночном хозяйстве навели элементарный порядок. Юрий Влас, директор муниципального предприятия, отметил, что новое оборудование поддерживает необходимую температуру и позволяет сохранять свежесть продуктов. В летнюю пору это особенно актуально. Вот эти ряды, вот это холодильное оборудование, которое на сегодняшний день здесь у нас установлено, это витрины с выносным холодом, это гордость нашего рынка. Мы в этой части являемся первыми в республике, нигде такого оборудования еще нету, нигде не установлено. В этой части мы являемся пионерами. Так что все, что было сделано, это для того, чтобы соответствовать всем тем требованиям и нормам ветеринарным, которые, значит, перед нами были поставлены соответствующие службы. Мы специально оборудовали помещение по всем требованиям и нормам стандартизации. По ветеринарному нормам. Это специально охлаждаемое помещение, куда поступает свежее мясо. В течение нескольких часов оно должно довести до кондиции, например, до 5-6 градусов температура мяса должна быть. После этого мясо отсюда поступает в лабораторию, ветеринарную лабораторию, где она проходит соответствующие анализы. И только после этого уже поднимается через специальные устроенные шахты и лифт в торговый отдел. С ветеринарной лабораторией мясо, уже как говорил, поступает через эту шахту. Здесь оно проходит взвешивание и уже поступает на торговые ряды в продажу. Срок реализации свежего мяса составляет 48 часов с момента поступления. Этот процесс строго контролируется ветеринарной службой. Это у нас хорошо поставлено. Реализаторы рассказали, что работать теперь им будет гораздо приятнее и удобнее. А самое главное, покупатели могут больше не беспокоиться о свежести мяса, особенно летом. Удобно, чуть-чуть высоко, но удобно. Очень красиво, современно, мы довольны. Наконец-то работа у нас красивая, и покупатели довольны, очень красиво. Знаете, чем довольны? Что это будет охлажденка, мясо будет уже прохладное. Не будет, как летом, стоять, что тепло, жарко, и мясо сереет. Оно будет давать холод. Вот это для покупателей очень хорошо, и для нас тоже. Мясо будет всегда свежее. Красиво, классно, нормально, красота. Конечно, красота по-европейски. Красота очень красиво. Спасибо. Нам просто чуть-чуть сужили тут место, но удобнее вот так, удобнее. Потому что вот уже и вышли, потому что до сих пор работали без, не были вот эти. Стоит отметить, что модернизация коснулась еще нескольких городских рынков. На прошлой неделе, 2 декабря, состоялось торжественное открытие обновленного рынка секонд-хенда по улице Пушкина. Там установили современные торговые ряды, территорию выложили плиткой. После реконструкции его внутренний облик кардинально изменился. Торгующим стало комфортнее работать, а покупатели теперь с удовольствием его посещают. Реконструкция идет и на рынках в районе 8-го квартала, вещевом и продуктовом.